Всем привет! А у меня для вас кое-что вкусное. Игра, от которой просыпается аппетит. Честное слово, играть в нее советую перед обедом. Тогда даже детки-малоежки обязательно проголодаются. Называется игра «Сковородки». Именно сковородку получает каждый игрок. На ней уже лежит и аппетитно шкварчит несколько угощений. Тут и беконы, и яичницы, и перчик, и грибочки, и более экзотические креветки мидии. Изучили свои сковородки? Именно этот набор продуктов вам нужно будет собрать. Проглотили слюнки? Тогда начинаем кулинарное соревнование. Ведущий вытаскивает из мешочка карточку с изображением продукта, а игроки, у которых он нарисован на сковородке, должны поскорее его прихлопнуть этой самой сковородкой. Если успел первым, забирай лакомство себе. Ошибся, придется вернуть угощение обратно в мешочек, да еще и со своей сковородочки что-нибудь уже собранное отдать. Ну а если вам приглянулись наши сковородки, поставьте лайк. И пока-пока.